О! Чё? Чё? Кстати, я награду классную придумал. Знаете, какую? Смотри. Поход в золотое яблоко? Да иди ты нахрен, у меня денег столько нет. В смысле? Смотри, я придумал, если выиграешь на тусик ты, я баннер твоего GSX, или как он, GTR Shop. GSX. GTR Shop ставлю себе в описание. Какой GTR Shop? Ну и как у тебя там, блядь, этот шоп твой называется? Ставлю в описание. Yes, yes. Нормально я придумал? Нормально, да. Кайф. А у Владочки будет бусти у меня стоять в описании? Прикольно придумал? Может, ты просто подписочку у нее купишь? Я тебе сейчас куплю нахрен. Не, ну где это? Победи, мой. А тебе вообще уже похуй? У Влада там как раз. Раз ты сам включаешь песню, вышло в которой собраны все запрещенные слова на Твиче и вышло чем-то новенькое, что-то новенькое у Влада там. Да? Ну конечно. А сама тут сидит, что-то говорит, а по факту же купила подписку 9к. У тебя подписка 9000 стоит? Ну это самая высокая. А что там за 9000? Не знаю, я не расскажу, так неинтересно. Влад, давай поговорим о насущных на вопросы. Сколько зарабатываешь с Boosty за текущий год? Это приватизированная информация. Приватная. Но... Приватизированная. Миллиона два где там? Я не видячи. Приватизированная. Где У меня только 3 месяца он существует. Дисбандыч! Алло, да. Приветики. Я не помню. Здорово, здорово, Дисбанд. Как мы в прошлый раз делали, ты помнишь? Я выводил. О, все забыл уже. Ты просто выводил мне что? Дискорд, я на нее вебки накатывал? Да. Точно? В Steam вышла новая игра, но на твоем аккаунте недостаточно средств для покупки. Steam Balik — это моментальное пополнение баланса Steam с самой низкой комиссией. Просто введи свой логин, выбери сумму пополнения и оплати удобным способом. Деньги придут в течение минуты. Steam Balik — пополни Balik. Ссылка в описании. Кредит! Ебать! Ебать! Извини. Ебать! Ты зеркаль меня, боже? Да, пожалуйста. Мы с Юлей пошли в магазин. Я подхожу к футболочке, начинаю брать М-ку или Л-ку. Он говорит, какая тебе М-ка или Л-ка? XL себе бери, блядь. Это вообще, я не знаю, за что да они потому вообще... потому что ты покупаешь свою М-ку, а потом ходишь как в топике, блядь, будто тебе в институт купили футболку, и тебя стрелило нахуй, и ты в ней ходишь. Вот дай мне М-ку, принеси мне М-ку, вот принеси мне М-ку. Юль, купи мне тоже такой худи. Принеси мне М-ку. Ивашки собрались замутить. Нет, купи, я тебе дам денег. Азим! Здорово, как у тебя дела? А, хорошо. Да это точно Азим, нахуй, да. Какой-то... Азим! Отлично. Да. Как дела у тебя? Отлично. Азим, да. Как у тебя дела? Нормально. Тише, Иван тоже. Иван. Так. Иван, покиньте чат, пожалуйста. Опа. Азим, я, кстати, вчера попался, точнее, сегодня попался ТикТок, про который ты говорил. Про какой он говорил? Ну, помнишь, про Стива Джобса или какую-то еще хуйню там говорил? А. Смешной, да? Да. А я вообще не понял, в чем его суть, если честно. Так. Там IQ должен быть 130. Понял. Понял. Вопросов нет тогда. Шоу. БАМ! Ух ты, блядь. Как дела, Влада? Че делаешь целыми днями? Как ты думаешь? Попизди. Я не знаю, как я... Ну, судя по последним событиям, мне кажется, очевидно, что просто сижу за компом и тильтую. Ой. Нет, я просто спросил, может, там книжки читаешь, фильмы смотришь? Нет. Смотрел Wednesday? Да хуйня запорщенная. Согласен. Я посмотрела еле как час и опнула. Согласен. Это что, отсылка на Wednesday? Так, я что-то забыл еще, по-моему. А, ёбаный сыр. Сейчас. Натыш, ты что делаешь? Когда в Бомонте... У нас, кстати, Иван! А у вас полы не горят? У нас полы из-за теплого пола сегодня сгорели, прикинь? В каком смысле? Вообще пожар не случился. Где Юль?
Да, у нас, короче, полы стояли, чтобы не мало, и так на минимальную температуру на 23 градуса. То есть, у меня на 32 стоит. Мари. Наташ, вот. Приятного. А какого? Же, спасибо. Теплые. Люля, говядина. Маша, ты смотрели в окно, что там за пиздец? А, сейчас меньше пиздец. Ну, смог? Да, там пиздец, блядь, раскурка нахуй полная. Макс, это пух праха, что ли? Да. Какой прах? Бля, сначала землетрясение, сейчас он горит, блядь, бомонти. Что не так? Нет, а ты не видела сейчас, что в этом Стамбуле? Ты видела мой такой? Зайди, посмотри, там пиздец угарчик. Иван, ты за что ты Адольчика забанил везде? Не, чел пусть сидит. Понял? Правильно сделал. Понял. Так. А ты чё ты его видела? Ртом открытым да. Сидишь. А я где? Ники перепутал немножко. Макс. Кого? Блядь, Ники. Я как перепутал. Сейчас, погоди. Мне нужно же будет в демку зайти. Конечно. У меня просто не заходит туда. Yep. А, я изначально, кстати, правильно поставил. Нахрен я изменил. О. А вот так заходит? Я почему-то... А, все. Я не пускала. Кого сегодня рекламируем? Сейчас надо выбрать. А, ой. Попизди. Кайзгуран пусть будет. Бля, куда его поставить? Чат. Бам. 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 О, ебать. Кумак, Ксюш, я под стрим проснулся, распишись. Да, после стрима распишусь обязательно. Макс. Да. А что за шоу-то? Вам будут заданы... Мне не объясняли, что вам будут заданы просто мужские вопросы. Вам надо будет ответить на мужские вопросы. Там расставить, где дрель находится, где перфоратор, какая марка машины называется, что это за оружие и так далее. О, это халява. Халява? Угу. А я специально попытался позвать людей, которые вообще не шарят в этом. Ты охуел. Блять. Ну ладно. Чё жрёшь? Салат нисуаз. Натуша, за сколько ты квартиру снимаешь, что ты в Москве? Ты не рассекречиваешь информацию? За 50 тысяч рублей. Ха, пиздоболка нахрен. Блять, ой, ебаный Влова, закрой свой рот нахрен. Давай, Дизбаныч, давай вебку. Фу, блять, вебку. Экран нахрен. Так есть уже, в Дискорде. Да. Так, а как мне это вывести? Дискорд выводишь, и все. Заход в Дискорд делаешь, все. Ёбаный сэр. Просто экран. Тише. Братишка, добавить. Да, сложно, но захват. Бля, сейчас я на всякий случай телеграм закрою нахрен, чтоб меня телеграм не вывелся. Мне уже джибой пишет. Дай мне 10 тысяч рублей, я тебе скину всю бусти, блять. Еблан. Макс, а почему проигрываем? Проиграет одна из двух? Но выполняешь наказание ты. Какое наказание выполняю? В смысле? Это не наказание, это подарок вам. То есть нам нихуя не надо делать? А, ты, ну, нам нет ничего вроде. Понял. Ой. О, вот, я смотри, сделал. Так. Теральтом обрезаешь. Кого? Бля, не помню, как я в прошлый раз сделал. Нет, там не альтом. Ой! Тихо. На весь экран делаешь тире. Да. Друзья, как-то... Ну-ка, верни назад. Верни назад. Так, держи. Вот я как-то... маленький экранчик. Бля, я как-то делал в прошлый раз, нахрен. Да, ты в прошлый раз просто на весь экран делал, но так хуевое качество будет. А сейчас просто обрежь вот это, то, что посередине написано, и все. Да? А что, у тебя девочки уже участвовали, да? Вот да, это было, да. Ну, участвовала на этот, Ольга, и участвовала эта, Дашундель. И чё, как? Ну как? Ну, слушай, шло, если честно, очень тяжело. Свою вебку убери чуть-чуть. Думаешь? А, блядь. А как, Иван, как я так обрезал? Ну, просто пододвинь её немножко левей.
Да, Иван, дай бог тебе здоровья, блин. Что ж было, если бы тебя не было, блин, в этом мире? Ну его нахрен. Все, начинаем нахрен. Ура, наконец-то. Ну ты вот считаешь? И... За два суток. Нет, подожди, я футболку переодену. Давай. Привет, Дисбандыч. Привет, Наташ. Как у тебя дела? Как здоровье? Нормально. Здоровье тоже неплохо. Твои как? Да мои тоже неплохо. Рада, что ты поинтересовался. Угу. Тоже приятно. Хорошего настроения тебе. Вам тоже. Нифига, ты проснулась на позитиве. Поехали! Чатику иранский салам, остальным, как обычно, соболезную. Сегодня в нашем шоу какой будет... Какой салам, идиот! Ладно, всем привет тоже. Сегодня в нашем шоу будет зрелищная схватка. Детей просим убрать от экранов, а в чат спамить что угодно, кроме правильных ответов. Шоу состоит из трех раундов, в сумме которых можно брать 6-6 баллов. Удачи, кстати, шеф там подрядчик из Пакистана приехал, очень хороший товар предлагает, надо бы обсудить. Что за школьник писал этот ебаный текст? Забудем про него. Макс. В первом раунде будет 12 категорий. Да что, блядь, я веду шоу, блядь. Серьезно. Читать чат можно? Тебе можно читать чат, все можно читать чат. А мне нельзя. Тебе тоже можно читать чат. Спасибо. А смотреть можно? И смотреть можно. А смотреть ответы можно? Ладно. Можно. А гуглить? Нельзя. Почему? Я запрещаю. В первом раунде будет 12 категорий, в каждой из которых 6 вопросов. Каждый участник в порядке очереди пикает любую тему, отвечает на все вопросы. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Все, поехали. Участница, попрошу. Участница. Простите, пожалуйста, Натусик, участница. Выбирайте, участница. Кто хочет выбирать первый? Ну, выбирай, Наташ. А куда надо зайти-то? Выбирай, вот у тебя есть категория. Ох ты, ебать, что это за категория порно, ебать, Дисбандыч! Ну там... Выбирай это. Немножечко видосов. Каких видосов, блядь? ПДД это что? Правила дорожного движения. Угу. Так, хорошо идет. Так. Ну давай машины. Давай машины. Поехали. А чё, марки, я думала, будут. Там будет. Устройство для снижения шума от выходящих в атмосферу газов или воздуха в различных устройств. Из различных. Пипец. Подожди еще раз. Устройство для снижения шума. Да, то есть. Выходящих в атмосферу газов. Я тебе могу подсказку с чата зачитать. Воздуха. Пишет пылесос. Нет, это точно не пылесос. Пишут двигатель, карбюратор, выхлоп. Выхлоп. Мой ответ выхлоп. Подожди, снижение шума. А ты уже на ответ? Угу. Мой ответ выхлоп. Чего? Карбюратор, он отвечает... Ответ. Ну, карбюратор это вообще там внутри, где движок находится, мотор вот этот. Мотор точно не подходит, двигатель не подходит. Руль тоже, руль, ну, это вот этот, бублик. А выхлоп это, по-моему, как раз вот эта вот штучка такая вытянутая, которая как цилиндр похож. Вот оттуда вот этот пар, дым выходит, грязь. Uh-huh. Вот. И я только не уверена, что он снижает шум. Я uh-huh. знаю, что он фильтрует грязь. Uh-huh. Вот, но uh-huh. какой-то... Ну, я думаю, короче, мой ответ выхлоп. Кто? Выхлоп. Совершенно неверно. А что, это не одно и то же? Нет. Я тоже об этом... так рассуждала, я уже была уверена, что ты правильно говоришь. Подожди, вообще, ну... А я тоже об этом подумал. Выхлоп и глушитель это одно и то же? А, это одно устройство, выхлоп. Глушитель находится в выхлопе. Нет, пишет нет. Я буду мошнить. Все, следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Назови марку и модель. Audi. А модель? Ты чё, охренел? Ну, написано, назови марку. И модель? Да. Можно полбадала, если... RS. Мне кажется, это не Audi. Ну это не РС, но пусть РС будет. Я только РС знаю. Ауди пусть будет РС. Ауди 100% по Ладно. Бамперу. Ой, ну по началу вот этому. Добавь ей 1 балл. Только 1 балл. За правильную вместе с моделью 2 балла, если ну, что. Ладно. Куда мне добавлять? Я АФК.
Сейчас. Давай ты афигамаксик. Поздравляю, с первым баллом, Натусик, с первым баллом, нахрен. Давай, дальше. Ура. Что за марка, Натусик? Можно? Ой. Тихо. Ой. Ой-ой. Чат читать можно? Нет, 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 я шучу, нельзя, конечно, они же правильно пишут. Я тебе могу сам подсказки из чата читать иногда. Пишут Лада. Лада сейчас пишет. Нет, не Лада. Ламборгини. Точно не Ламборгини. Субару. Не Субару. Волга. Не Волга. Порш. Не Порш. Ниссан. Да нет. Финик. Ты Финик, блядь, не Финик. На еще. На какую букву? Это ей мне ответить? КамАЗ пишут. КамАЗ нет. Бугатти. Да нет. Феррари. Да точно нет. А Инфинити? А еще? Мазда. Да нет. Тойота. Да нет, тоже. Тесла. Нет, точно. Не, не Део Матисс. Да, блядь, я же все марки перечислил, выбери одну из всех, которые тебе перечислил. Ну, хорошо, блин, очень знакомый, но это не Опель точно. Ну, возможно, скорее всего, не Опель. Пусть это будет Инфинити, что-то похожее. Вот, да, умничка, молодец, правильно. Молодец. Молодец. Вот, а ты знала, Влад? Нет, я вообще сначала подумала на другую марку. Нет, ты говоришь, можно... А в смысле, а почему, типа, кто отвечает? Кто пикает, тот отвечает. Ну да, ты сейчас следующий выбираешь категорию, будешь отвечать. Типа, если она неправильно ответит? Да, нет. Она, короче, она пикает категорию, отвечает на 6 вопросов. Потом ты пикаешь категорию, отвечаешь на 6 вопросов. Давай. Как называется эта деталь, Натусь? А это что-то связано с батареей. Так. Аккумулятор. О, ебать! Да? Ну, писали... Бля, писали в подсказках руль, конечно, ты молодец. Нет, я просто помню, у мамы постоянно он садился, и она загнала его в дом постоянно, и его как-то заряжала. Вот это я помню. У нее Жигуль был, семерка, и он постоянно не углушился, я не понимаю. Это Лада. Модель называется. Не Гранта. Гранта она уже такая, новая. Блин. А какие Лада есть? Подожди, Лада есть. Там циферки. А, Самара написано. Там циферки, да. Циферки? Да, там есть шестерка, есть семерка. Вот одна из них. Либо шестерка, либо семерка. Не-не-не, там дальше по возрастанию есть еще. Лада, Лада. Семерка, наверное, блин. Ничего, нет. Не знаю. Если честно, даже я не помню. Ну, Лада, пусть будет. Пусть будет семерка, не знаю точно. Нет, не окончательный? Это не семерка. Ну да, пусть. Ну пусть будет. Это я не знаю. А, 15-е. 21-15. Что за марка, Натусик? Да я знаю. Вот если ты опять назовешь. Просто у меня, типа, ассоциации, понял? Вот такие вот какие-то в голове. То есть, когда ты сказал Infinity, у меня как-то вот это уже приближенное было. Вот, то есть, я вот прям название не помню. Но если вот ты бы мне перечислил 20 вариантов, я бы сказала один из них, потому что я не помню, как вообще названия какие бывают. Ладно, давай, сейчас попытаюсь. Ну, Сузуки, не, не Сузуки. Сильвер второй пишет. Нет, Сильвер точно не второй. А какой? Может, третий. Может, третий. Нет, нет, второй, двойка, два, два, нет. Нет, 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 короче, не буду его затягивать. Не знаешь, да? Ну как, Макс, еще 5 вариантиков накинь. Некси. Могут быть неправильные. Нет. Нет, не Nexia. Peugeot. Ой, все сложно. Нет, тогда у меня ответа нет. Я не... Citroёn. Точно! А. А, да. Блин, не, я бы не сказала. Нет, не сказала. Ну, Натусик, нормально. 3,6 баллов, это очень хорошо. Это очень хорошо. Ой, спасибо. Это прям вот очень хорошо. Выбирай категорию, Владочка. Пусть будут... Ладно, похуй, порнуху. Порнуху? Реально? Да. Давай. Как называется категория, в которой одна или один садится на лицо другой другому? Так. Надо потом... Я тоже, если честно, я сам не знаю. Это отдельная категория есть? Угу.
Прям категория? Да. Это просто, получается, на английский перевести надо будет. И получается... Категория. У меня... Есть предположение, но мне кажется, что я либо сейчас запрет, либо то, что не надо. Так, надо подумать. Оно, типа, на английском похоже... Ну, короче, это можно сложить, если... Да, да. Там что-то фейс будет, стопроцентно. Так. Сид фейс. О! Поменяй местами. Фейс сид. О, ебать, фейси! Ебать! Я первый раз такое слышу. Наташа, ты такое слышала? Ну, я не знала, что отдельная категория есть, нихуя. Какая-то категория. Ни хрена себе. Блядь, я чуть не подпрыгнулась, нахуй. Как ее зовут? А я не знаю. А фейси-то? Это Лана Роудс. Почти. Нет. Лана Роудс, она с темненьким цветом волос. Да, я просто, я только ее знаю. Суки, а дрочуны, ебаны, откуда вы все знаете нахрен? Где ПБЕ пишут. Жило, мне кажется, я вообще ее ни разу не видела. Как будто бы, ну, зубками так похожа. Она похожа на Элфи. Но это, блядь, я вообще не знаю, кто это. Еву? Ну так, блин, не особо похожа, но в плане, типа, что ли? Не знаешь? Нет. Скип это надо. Это Эльза Джин. А, ну похуй, не знал. А я сам не знал. Я вообще, у меня с порно-артистами все туго. Как называется категория, в которой человек связывает или заставляет подчиняться? Опа! Бля, это моя любимая категория. Чё? Да, блядь. БДСМ? Окончательный? Или нет, или может быть, может так и называется, типа... Может, доминатор как-то? Ну, мне кажется, что все-таки это БДСМ. Может, доминатор? Нет. Да ну, блядь, такой категории нет. Пассив-актив? Нет. Окончательный БДСМ? Меня сейчас запутать пытаешься? Не, просто перечисляю все, что у меня какие ассоциации приходят. Чел пишет сатаник. Там либо БДСМ, либо... Хотя, хз, блядь, БДСМ, там же в основном... Еще используется что-то чаще всего. Может быть, ну жестко тоже типа нет. Ладно, БДСМ. Окончательный ответ. Поздравляю. Ура! Нахрен. Как его зовут? О, ебать, это ты популярный чел с большим, да, членом, да. Нахрен. Но я вообще не помню, как его зовут. Блять. Он вообще весь бразерс переебал. Ладно, если девочка хотя бы знают, то мальчика вообще туго. Не знаешь? Скип? Нет, мне кажется, я вообще... Ну, скип это, да, если она вообще не знает. Я сам не знаю. Блять, Равшан, а кто пишет восклицательный знак Равшан, блять? Кто-то реально знает по именам порноактеров. Как называется категория, в которой сношается аниме-персонажи? Ну, это легко. Красава, Наташ, ты же отвечаешь! Спасибо, Наташа. Да, в смысле, это же вообще легко было. Как ее зовут? Ух ты, елки-иголки. Ну-ка мне в телеграм-канал тоже скиньте. Боже, как ее зовут? Это очень знакомая. Там была получше фотка, я решил не брать ее. Если бы по той фотке я вспомнила. Вилочка? Какая вилочка? Я без шуток как будто бы видела эту девчонку на Wildberries. Она случайно не работает, не подрабатывает моделью для маркетплейса? На другой платформе. Понял. Мне кажется, что-то перепутали просто. Можно варианты? Нельзя. Ну, дисбанш есть только варианты, скажешь. Потому что я не знаю вообще порноактрисы, если честно. Ну как, у меня в чате написано, но тебе других не приведу. Давай. Райли Рейд, Пайпи. Что еще? Я забыл, что еще есть. Какие еще есть, ебать? Пайпи очень. Эльза Джин. Кейли Дженнер. Вот она, да. И кто еще? Саша Грей, давай. Пайпи. Пусть будет папе. Ни хрена себе. Попала нафиг. Поздравляю. Ну я девочек знаю, чем мальчик. Ладочка, да там дисбандыч так подсказывает, да. Что понятно, который ответ он назвал уже последние два, блять, это точно уже не то. Да там... Натусик, пикай. Я могу дать подсказку, какая тут самая ублюдская категория. Какая? Это ножи и оружие, самые ублюдские категории. Да. Там нужно прям назвать это. Ну, такое, сложновато.
Хорошо. Тогда я буду пикать. По киберспорту там вообще ублюдки, наверное, тоже темы будут. Но самое смешное было в наш раз киберспорт. В каком году Нави, блин, этот собрали? Не-не-не-не-не, в прошлый раз был просто, например, это, например, дана команда, надо было сказать, что за команда это была. Да, ну тогда давай. Киберспорт. Да. Т-2. Блять. Кто это? Новая команда. Я только знаю Торонто Токио. И все. Какая букмекерская компания есть? Контора. Ну, тогда легко, наверное. Так. Винлайн какой-нибудь. Ну, что-то от Винлайн. Ну, да, больше не такого. Винлайн. Окончательный? Да. Ты бэтбум. Бай, блядь! Да ничего страшного. Ну, конечно, какой Винлайн, блядь? Ну, это Фнатик. А, назови не. Это на К, на К, это на К. На К. Две буквы у него в нике. Какой? Кэдиан, блядь. Кэдиан. Подожди. Не, подожди, подумай еще чуть-чуть, не Кэдиан. Кью-Джей. Не, ага. Чуть-чуть еще подумать надо. Диджей, блядь. Нет, две буквы. Две буквы? Ну, одну ты правильно уже сказал букву. Ю. Си-Джей. Ну, что-то... Что-то знакомое, блин. Ну, смотри, Джей, ты сказала правильно. Надо вторую букву вот угадать. Диджей, блядь. Неправильно? Джей первая. Джей первая. Джей. Джейм. Нет, это неправильно, давай скипай. Джей-Ви. Ладно. Блин, точно. Писали, конечно, LG. Назови три команды из профиля HLTV, из которых играл Simple, без замен. Офигеть. За которые играл Simple, боже. Подожди, назови три команды из профиля HLTV, за которые играл Simple без замен. О, боже. Так, давай, потихоньку. Так, первый есть, молодец. Нави Джуниор. Я чё ебу, Макс, нахуй ты вообще такие вопросы составляешь? Подожди, вот а помнишь момент, где он на кэше спрыгнул и дал -2 ноузумом, не видела такого? Конечно, момент? Помню. За какую команду он тогда играл? А я не знаю. Ну, это супер трудно, ну как, ну, я давно давай две не команды. Две команды, боже, это все равно трудно. Я, ну, приблизительно даже не знаю. Я кроме, ну, то, что он играл в Нави, больше я не следила ни за какими его играми. Где он еще? Какой газмяс, еблан, блядь! Не знаю, Рофло стак с африками, блядь. Может, то, что из стака Ункера, ну что, где Ункер-то нигде не играет, вроде бы. Ну, я не знаю. Просто Нави, все. Ладно. Засчитайте один балл. Ликвид Ашеры. Не, вообще близко. Ну, Ликвид ты не знаешь? А, Флипсайд, точно. Ладно, давай дальше. Что-то не идет с киберспортом у нас. Ну, Натусь, ну его ты сможешь... Ну, Шрау! Ну, ну ты умничка, получается! Ну, наконец! Ну, молодец! Ну? Да не, ну... 4 балла есть. А, это кто это такой? Это из Доты. Ну, это точно не Олаф Мейстер. Это не Олаф Мейстер, он из Доты еще причем. Не Джейм. Его в армию забрали, кстати. И не Торонто. Чё? Реально? Да. А назови три хотя бы никнейма. Я просто приблизительно даже не знаю, но если будет хотя бы три варика, то я называла бы, наверное. Мирико, Матумбамен и Куроку. Куроки, как у него там читается. Курока нет, Матумбамен и как ты сказал? Мирико. Мирико я знаю, как выглядит. Это не Мирико, это Матумбамен. Я с Мирико фоткалась. Уааа! Нет, кто мог подумать? Ну да, это, скорее всего, он с собой фоткался. Назови двух игроков Virtus.pro. Да, спасибо, зачитай. Ладно. Назовите двух игроков Virtus.pro на текущий момент, которые в 2019 году проиграли в финале мажора по КС, а в 2022 они его выиграли. О боже. Давайте помогу, давай помогу. Я просто уже пожалела, что выбрала эту категорию. Первый это парень Синди. Я хотела, но он же КСер. Макс, нет. А тут Дота?
Макс, мимо, Макс. А, мажора ПКС, вижу, вижу. Подожди. Ну, Норберт, я хотела... А-а-а, ебать! Аутсайдер. А, которые были в составе Virtus Pro. А, ебать, это так. Я думал, просто состав этих. Понял, все. Ты можешь называть состав полностью, она выберет двух из них. А я не помню, какой состав был старый Virtus Pro. Кикерт. Ты можешь А. Текущий момент, который детестнули в Ирафе, мажора ПКС. А, его выиграли. Ну, пусть будет... Норберт! Так, еще? Пусть будет Норберт. Ага. Ну все. Ну правда, но я уже пожалела, что... Да, пусть Норберт будет только. Правда, я не помню так. Это Джейма. Понятно, блядь. Вот Джейма нахуй знаю все. Но я не в курсе. Ладочка, выбирай категорию, нахрен. Ай, как боже, дурацкая категория. Слава богу, блядь, Влад, я его забрала. Да там еще впереди, я смотрю, его хуйня. Онлайн-игры. Бля, хоть бы онлайн-игры, а не какие-нибудь старости там средневековые. Не переживай, нет. Нажимать? Да, да, нажимай. Это Warcraft. Я думала, Лига Легенд. Бля, все, походу. Ебать, это вопрос, нахуй! Такой стример есть. Кто такой стример есть? Да, такой стример есть. Что это кнопка? А можно хотя бы первую букву? А. Не помогло. Эр. Артур. Ага. Как? Да? Давай, у тебя получится. Патич, блядь. О! А этот? Персонаж? Название его канала. Блядь, мне тяжело это выговаривать, потому что я картавлю. Ну, нормально. Нормально, засчитывай. Так, ладно. А, блядь, ну ладно, вообще. Сколько стоит закуп Контр? Я знаю. Так, можно пользоваться... Влад, можешь пользоваться? Калькулятором можно пользоваться? Тебе нет, ей да. Я все равно тоже. Давай. Я себя просто проверю, можно? Давай. Блядь. Ой, а я не помню, сколько... Мне калькулятор не поможет. Не поможет? Не знаешь, да, вообще Counter-Strike? Ну, нет, я играю, но мне типа... Так, запоминание прям. Ну, сколько стоит, предположи, сколько стоит армор? Вот первое. Вообще не смогу так написать. Ну ладно, пусть Наташа посчитает и скипаем. Сейчас. И дигл. У меня получилось 5450. Ну, плюс-минус. Ну-ка тыкай. 5450 примерно. Ну ты, сука, да? Ты, сука, что пропустила? Ты даже, сука, с калькулятором ошиблась. Не, подожди. Армор 800, шлем 400. Правильно? Куда летишь-то? Армор 1000 стоит. Второй армор 1000 стоит. Хорошо. Подешевело, скидка была. 2700 калаш стоит, 500 дигл. 700. Блять. 150 стоит флешка. 400! Ебать, 400 ты стоит... там, сука, счетовод насчитал, просто все цены 400... нахуй. 400 стоит молик. Так, ну тут попало, по-моему. Да. А 150 не флешка? Нет, он 200 стоит. 50 стоит дикой? Блин, 50... Ну, короче, идите. Давай, загадывайте давай там. Дальше. Как его зовут? Валорант. Это из Валоранта? Новый герой. Что сказал так? Новый герой, ебать. Ну я не ебу, я только знаю, что это... Нет, я не играла в него. Не играл в Valorant? Ну скип это да. Я не повезло с категорией, реально. Харбор. Даже я не... Типа, будет какая-нибудь залупа, онлайн-игра, они такие... Сколько стоит БКБ в игре Dota 2? Не знаешь? Ой, а я знаю. No. Не знаешь? Стой, не нажимай, смотри. Я тебе дам сейчас диапазон цены, тебе надо просто назвать цену. Смотри. А, от 4 до 5 тысяч. Шагом в 50. От 4 до 5 тысяч? Да, там, да. То есть, типа, там цена будет 4350, 4750, 4550. Тебе надо вот в счёт-то попасть. 4000. Похуй, 500. Сколько? 4500. Ну, шагом 50, получается. 4550, да? А, блядь, я поняла. Да, 4550. Ну, нормально. Нажимай. Не повезло. Это была подсказка, да, такая?
Да ебануто это вставляет, нахуй! Ебаная мразь, нахуй! О, это... Я знаю, что это за игра. Я даже не знаю, откуда это. Как ты предполагал, что они это скажут, нахрен? Ну, у него имя-то есть. Ну, это ты не играл, да, Влад, в Call of Duty? Нет. Я просто быстро два раза кнопку нажму. Да нет, похуй. Этого персонажа из Call of Duty зовут ХТЧ. Все, можешь нажимать. Какой сейчас эпизод идет в Валоранте? Ух, нихуя. Ну, можешь от пизды число сказать. На рандоме? Блять, ну пусть. Третий? Ну... Блять, наверное, я... Ну, я не ебу. Возьми побольше. Я просто на рандоме. Третий. Побольше возьми. Побольше, побольше. Еще на один. Шестой. Нахуй ты так подсказываешь, хуесос! Все, неправильно. Давай. Ой. На той стороне. Valorant позже появился, да, чем Fortnite? Да, нет, позже, да, позже. А монеты это что? Там монеты разных стран. Надо будет назвать, что за страна. Хорошо, давай монетки. А, так ты ж путешественница. Ну. Хороший вопрос, хороший. Откуда же это? Тут нарисовано. Кстати. Можешь догадаться. Ну, я... Мне кажется... Рубль? Подожди! Ну, хорошо... 5 копеек, ебать. Подожди. Один? Ну, тут колосья, что-то еще, пшеница. Сверху что нарисовано? Ну, не подсказывай так, хуй сос! Ну, Луна, да это я вижу, но меня смутила пшеница. Так. Ну, Турция, ну, в Турции не это... Ну, там лиры, типа, но... Пшеница. Ну, пшеница. Но. Пшеничные пусть лиры. Пшеничные лиры. Лиры. Турецкая лира, ну, да. Блядь, ну, я сразу подумала лира, просто меня смутила очень сильно пшеница. Ага. Я без шуток говорю. Какой валютой пользуется Эстония? Какой валютой пользуется Эстония? Я разу не пиши, ебаная тварь, нахуй! Мне кажется, как будто бы просто евро. Может быть такое, да? Просто евро, например. Но Эстония это что, это Европа? Ну да, да. Ну видишь? Пусть евро. Пусть евро. Да. Неправильно. Да. Ну, кстати, кроной там пользуются много стран. За страну, в которой официальной валютой является песо. Бля, что-то знакомое, песо. Пиздец. Но почему-то... Ну, это 100% страна, в которой я не была. Так. Албания. Это вроде Америка какая-то. Южная или это? Северная какая-то Америка. Я не силен в географии. Тогда не подсказывай, блядь. А где Аргентина, Бразилия, Чили, туда вот. Забыл, как называется. А, штам. Ну, пусть будет... Ебаный модуль, а какой Казахстан, блядь? Бразилия, а не Африка. Пусть будет Чили. Чили. Короче. Реально? Ты да. Мне уже назвал, блядь. Ты, я тебе подсказку давал. Да? Это, так это правильный ответ? Да. Что это такое? Какой страны эта монета? Угу. Там написано. Можешь прочитать. Реалы. Реалы, да. А все, вы за меня уже ответили? Нет, какой страны? Реал, типа Реал Мадрид? Ну да. Реал. Реал Мадрид, это откуда? Картавос. Ага, Реал Картавый. О! Картавос? Тихо. Или что-то такое? Кентаврс. Подожди, Ну где у нас Кентаврс? Лентавос. Нет, там Лентавос. Ну пусть будет... Какой Греция. Страны? Ну пусть будет Греция. Откуда у нас так кентавры? Да, пусть будет Греция, похуй. Это Бразилия. Ёлки-голки. Бразилия. Красивая монета, надо съездить ради монет туда. Да я знала, просто я бы не была в Бразилии. Согласен. Назовите валюту Австралии. О боже. Фунты. Фунту. Фунту. Фунты, да, фунты. По-любому франки нахуй. Доллары. Австралийский доллар. А ты, Макс, знал? Не знал. Не.
Ну вот это франки. Ну франки. Франки. Вот это 100% уже франки. Ну тут описано, блядь. Ну да, ФРЭ, вот это. Тише. Короче, я забираю самые такие... Не, нормально. Давай, Владочка, сейчас мы тебе поможем нахрен. Фу, я думала, там швейцарские будут денежки. Что? ПДД? ПДД я, правда, не проходила, но... Давай, ну давай. Бля, что-то потому как ты смеешься, ощущение... Ты ебаная мразь. Ну, не ты, Владочка, а Дисбандыч. Нахуй такие сложные вопросы сразу вставляешь? Чё? Это не очень. Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов? Где на мопеде не проехать? Второй. Ну давай разберем заново. Первый знак, что это за знак? Это что может проезжать велосипед и все такое, нет, нет. Ага, так, а второй знак? Второй, не ебу. Поэтому ощущение, что запрещают. Ну вот в первом могут мопеды проехать? Это, наверное, больше для велосипедов. Угу, так. Угу. Значит, нет. Так, а второй знак? Я не знаю, типа, будут относиться... Блять, нет, ладно, нет. Нельзя, второй, да? Второй знак... Ага. Похуй, тоже в эту категорию. Нельзя, да? Да. На третьем. Смотри, там пешеход изображен. Тоже нельзя. Ага, а и на четвертом? Блять, а что, все знаки тогда нельзя? И четвертый. Так, окончательно. Боже, блядь, какой тяжелый вопрос. Может... Я уже на дом ебашу, я вообще запуталась. Ну, ладно, короче, я беру... Кого? Пусть будет... Нет, я беру 1 и 3. НТ. Все. Пиздец! Наташ! На следующий вопрос ты тоже отвечаешь. Вот на этот вот. Можно я? Ли вам... Да, можно ли вам остановиться в указанном месте для посадки пассажира? Наташ, что за знак? No. Остановка запрещена. Нельзя. Стоянка или остановка? Это... Подожди. Ну, стоянка, остановка. Остановиться. Это разные вещи. А, подожди. Стоянка? Вот эта стоянка запрещена. Остановка — это не остановка, это стоянка запрещена. Ага. Это стоянка, да, запрещена? Да, это стоянка запрещена. Понял. Так что получается? Можно ли вам остановиться в указанном месте для посадки пассажира? Натуш, ну подскажи, Влад. Остановка, да. Остановка это крест. Запрещено. Ну что, это окончательно? Подскажи, да. Ей. Ну что подсказать? Ну можно или нет, ну, скажи. Я же сказала, остановка это крестик полностью, ага. А стоянка это вот так вот. Ага. То есть через 50 метров стоянка запрещена. Ага. Все, я все сказала. То есть можно или нельзя по итогу забрать пассажира? Я не скажу ответ. Влада, говори. Ебаный ПДД. Нет, нельзя. Ой, да, можно. Ты, бля! О, поздравляю! Здорово, Вась! Спасибо. Ну, вообще-то с самого начала говорил. А, нет, я говорил, нельзя. Фу, ладно. Ситуация, в которой водитель транспортного средства, движущийся по правой полосе, обязан вступить дорогу при исполнении, показана. На левой или правой фотке? При какой... Вот у тебя есть ситуация слева и справа. И при какой из этих картинок правая машинка должна будет пропустить левую? На какой? Если... Так. Я просто не понимаю... Блять, я могу объяснить, но я не понимаю по картинкам нихуя. Так, давай объясним. Короче, если... Какая помеха справа, что ты пишешь, блять? Так, давай, Владочка. Обязан уступить в перепростроение. Правая, блядь, машина, что нахуй? Вопрос, да, не поняла? Я вообще нихуя не поняла. В плане, если, короче, по левой... Блядь, в чем тут правая? Заново вопрос, я нихуя не поняла. Вот у тебя есть машинка справа.
Вот она, видишь, справа изображена синенькая, да, такая. И при какой из двух ситуаций этот правоводитель должен пропустить левую машинку? Когда он едет по своей полосе, левая машинка, или когда левая машинка встраивается в полосу синего? Второй. Нет. Ладно, пусть будет второй вариант. Он же едет по своей полосе. Ебаная ПДД, я думала, там просто знаки будут. Я скажу, что он значит, и все. Все, давай дальше. Выезд из двора или из другой прилегающей территории считается перекрестком равнозначных дорог, считается перекрестком неравнозначных дорог, не считается перекрестком. Не считается перекрестком. А, нет, стоп. Да, наверное, не считается перекрестком. Да. Я думаю. Да. Ни хрена себе! Вот тебе на. Вот так вам нафиг. Какие из указанных знаков требуются обязательной остановки? Второй. И третий, все. Второй, третий? Стоп, да, сейчас подумаю. Так, четвертый точно нет. Ага. И первый точно нет. Ага. Как будто тут наёб какой-то происходит. Сейчас я подумаю, что значит второй знак. Обязательные остановки. Блять, мне кажется, либо, короче, один из двух, либо второй, либо третий. Но я не знаю, какой. А можно подсказку какую-нибудь? Да, можно подсказку. Ответ тут только один знак из четырех. О, ебать, уже хорошо. Блять. Ладно, пусть будет. Три. Пусть будет второй. Молодец. Это было тяжело, блядь. В зоне действия этого знака разрешается использовать звуковой сигнал только для предупреждения об обгоне, только для предотвращения ДТП в обоих перечисленных случаях. Вот тут видишь знак, что сигналить запрещено. И в каких из двух случаях, или в обоих, либо в первом, либо в втором, в каких можно будет посигналить, хотя это запрещено. Второй вариант. Только для предотвращения ДТП, ты хочешь сказать? Владочка. Так, но предупреждение в обгоне, мне кажется, нет. Нахуя вообще? Я думаю, что только для предупреждения. Все, нажимай. Умница. Ты меня, блядь, запутать пыталась? В смысле, спроси просто. Давай на тусик. Чего? Выбирай категорию. Ну, блин, Майнкрафт я точно не играла. Там будет крипер вопрос, да, или что это за это мод какой-то, или что это за карта. Ну, Майнкрафт... Ну, ты бы выбрал Майнкрафт? Там крафт. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Это будет посложнее, чем все остальное. Да там просто крафты легкие, там, типа, понял, лестница, хуестница. А я вообще... Ладно. Давай, я единственное, что там знаю, что там... Я единственное знаю, что там можно убить курицу, и у тебя получится мясо, и ты можешь его поесть. И если тебя крипер съест, то ты упадешь, у тебя потеряются счет твой, монетки, и ты заспавнишься где-то там, а шмотки твои будут в другом месте. Вот это знаю, да. Ну хорошо, ну пусть будет компьютеры. Давай. Блин, мне кажется, я опять... Как называется эта программа? О, хороший вопрос. Очень похоже на Sony Vegas. Ага. Как будто бы которым я пользовалась, но тут Adobe. Как будто бы, да? Так. На V. Ну, я думаю, Sony Vegas, да. V, если Sony. Ну, у меня такие же дорожки были. Это Sony Vegas. Я единственная программа, в которой монтировала, это Sony Vegas. А, да, и... это Sony Vegas, а почему там написано какая-то, блять, этот нахуй, как будто Adobe Premiere. Да, вот V такая, да? Да. Как будто бы значок такой голубенький, да, в обводке. Да. Ладно, похуй. Какое устройство не только отфильтровывает помехи, но и поддерживает работу компьютера при отключении электроэнергии? От
отфильтровывает... боже! Да. Это штучка... Но какая мышка, блядь! Это штучка, которую мы хотели купить с Вадимом, потому что у нас в Бомонте отключался постоянно свет. Да, 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 ты очень верно мыслишь. Вот, и я забыла название. Надо вспомнить. Ну, вот этот вот, бля, не карбюратор. Ну, походу, не карбюратор, слышишь? Я... Защитник какой-то. Защитник, так, есть такая темка. Нападающий еще есть. Полузащитник еще есть. Голкипер. Так. Форвард. Ну давай, постарайся вспомнить, очень постарайся вспомнить. Ну я не знаю, ну точно не звуковая карта. Точно, но скорее всего не она. Но она тоже подключена к компьютеру, что ты там это, смеешься. Какое устройство не только отфильтровывает помехи, но точно не розетка. Ну, розетка. Розетка, да, вряд ли, да, не розетка получается. Точно не разветвитель. Точно не разветвитель, ага. Ну, как-то так она называется. Так. Вот как будто бы, вот, знаешь, почему я не помню название? Потому что я не покупала ее. Это вот то же самое работает и с монетами. Вот в каких странах я не была, того не знаю. Давай, и вот, смотри. Тут будет три буквы. Я тебе скажу две первых, а ты попробуешь третью угадать. У тебя будет одна попытка. Давай. И. Б. Че? Молчан. П. П. Че? И Б, П. А у тебя какой ответ? А у тебя какой ответ? Ты мне говоришь? Да. Ты сказал... Ну, и БП, все правильно. Я просто не понял, что вообще было. И Б, ибо я что... Не, он сказал И, Б, и П. Ну, питание, понятно, что питание. Блок питания же бывает. Да. Бесперебойник, боже. Точно. Бесперебойник. На точь как... Это ZIP, архив. А, как называется программа? Ярлык. РАР. Чё? РАР. Да, это разрешение, Михаил. Чё? Расширение, блин. РАР. А хули я ржу, я сам не знаю, если честно. РА-РА-РА. Мэкера-папа. А чё, их много, что ли? Программ для разархивирования? Конечно. Да. И это одна из них? Да. Это самая популярная из них. Винрар какой-нибудь. О, ебать! Да? Это единственное, которым я пользуюсь. Ебать, ультануло нахрен. Ну, Windows и RAR. Как называется диспетчер задач, ты прямую сочетанием клавиш. Все. Как вызвать диспетчер задач на прямую сочетание, говоря, Ctrl, Alt, Delete. Ох ты, ебать, нихрена себе ты. Это не напрямую. Ты не вызываешь его напрямую. Ты ебанутый? Нет, там другое. Ебанутый. Там R используется, нет, вроде? Не-не, там... Не, это куда зайти надо в параметрах? Не-не, ты... Ну, там три кнопки нажимаешь, чтобы тебе открылся прям сразу диспетчер задачи, а не через панель какую-то. А я не знаю, что... Ого! Но она не... Вот это надо научиться. Вот этого я даже не знала ни разу. Скипы. Нам надо чуть ускориться, потому что через 50 минут надо уже уходить. Да, ты все равно не знаешь. Давай дальше. Запомнила. Ctrl-Shift-Escape. Я в конце шоу тебя спрошу. Что это на тусе? Ой, прикольненький штучка. Это Wi-Fi. Это Wi-Fi. Нет. Да. Ну, туда же пимпочка такая для Wi-Fi. Ну, это же Wi-Fi. Хакаги, дед, за что? Ну, что-то с интернетом связано. Да, с интернетом. Давай подумаем. Ну, с интернетом. Ага. Блок для интернета. Так. Чё? Чё, Wi-Fi? В подсказках пишет клавиатура. Я не знаю, насколько это... Да какая клавиатура ты? Её в компьютер вставлять надо. По-моему. Так это, ну, что-то с Wi-Fi связано, с интернетом, верно, роутер. Да, все правильно. Ну, у меня просто такую покупали. Как она называется? Сказать? А я уже неправильно сказала? Пишет это посудомойка. Ну что это, сетевой какой-то... Так. Сетевой. Так. Модем. Сетевой роутер. О, практически. Сетевой... Давай роутер, женский. Женский? Да. Сетевая. Угу.
сетевая штучка. Ну, у тебя есть сетевая. Банковская. А, сетевая карточка, да. А сетевая карта именно так выглядит? Да, да. А ты как думала? Что... Я думала, типа, сетевая карта, это типа, ну вот, когда ты фамилию приходишь, вам говорят, типа, вы хотите оформить сетевую карту нашего магазина? Я оформляю, мне говорят, вот, наша сеть использует сетевую. Ладно. Назовите две самые популярные графические редакторы. Adobe Premiere, Adobe... Adobe Photoshop. Присадите, кто Adobe. Два самых популярных графических редактора компании. Ну, Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Это самые популярные. Так. Да. Получается так. А правильно? Ну ладно. Ну, ладно. Ну, я смирюсь с ним. Можно полбала. Не, нельзя. Можно полбала. Понял, ладно. Нельзя полбала. Ну ладно. Давай, Владочка. Майнкрафт. Советую оружие, там легко. По сути, нет, должно быть. А потом самое сложное оставишь? Ну потом... Майнкрафт, да. Давай. Я не знаю, наверное, блядь. Ну как? Как? Тип. О, ебать, ни хрена себе ты. Ты тут даёшь, ебать. Вопросов нет. Я бы не сказала. Что это? Камин, скажи, наверное. А что, крафтим? Да. Ну, это похоже на камин и вагонетка. Как будто бы... Батарея. Да ну какую посудомойку? Нету в Майнкрафте посудомойки, блядь. Как будто камин на колесах. Есть такое вообще? Вагонетка и печь. Может быть... Соб, что это? Вагонетка и печь. А там разве камин есть? Где, в Майнкрафте? В Майнкрафте да. Есть все. Блять, ну это понятное дело, но... Крафтить... ладно. Будет... Ты с баноч говорил бы, это легко? Нет, это легко. Ну, блять... Совести два этих... Ладно, пусть будет камин. Я послушаю Наташу. Что, я не знаю. Блять, ну я не знаю, типа, а что еще тут можно... А, я сказала. О, блять. Печка на колесах. Или я как сказала? Камин на колесах. Так. Это мне засчитали. Так, ну смотри, две спички и два мыла. Стоп, я помню, я взяла эту штуку. Так, это... Короче, это такая хуйня будет. Я не знаю название. Я могу объяснить. Это будет такая палочка. И на палочке такая штучка. Так. А для чего она нужна? Скажешь, для... А, и бить этот, хуярить камни. Кирка, типа? Что? Кирка, типа? Да. Нет? Нет, я не знаю. Нет, это не то. Блять, я думала, это кирка будет. Нет, кирка делается из, наверное, камня и, ну, палки. А это что? Они из мыла. Да это не мыло. Или это мыло? Почему? Я не знаю, ну похоже на мыло. Ну мне кажется, это не мыло. Это железная руда, это железо, слиток железный. Блять, почему это? Это же кирка, нет? А что это еще может быть? Ну тебе не скажут правильный ответ, ты должна его сказать сама. А можно вариант? Как я, блядь, так... Смотри. Блядь, ну это 100% нахуй кирка. Может быть, может она по-другому называется? Сейчас я тебе варианты предоставлю. Сейчас я подумаю, как тебе сказать, чтобы ты не поняла. Смотри. Угу. Топор. Угу. Лобзик. Угу. Мотыга. И пила. Мотыга? Спасибо большое. Будь здоров. Блять. Стоп, еще раз. Топор. Лобзик. Мотыга и пила. Будь здоров. Мотыга? Да, мотыга. Спасибо. Ебать. Ну, блядь, как называй. Ну? Мотыга? Ты же сказал да. А, ну все, засчитывай тогда. Красава. Блядь. Красава. Кто так нахуй называет таким словом? В смысле? Уже мотыгой пользуется лет миллион, наверное, блядь. Еще, сука... Все крестьянины хуяли. Так, просто объясни. Это сливки, блядь, серебра? Сливки серебра. А сверху блок железный. Это железо? Да, это все железо. Я бы сказала бетон.
Бетон и мыло. Бетон и мыло, так, нормально. Да это не мыло, блин. Я за тебя реально мыло. Ну, ну сука, ну, ну не стиральная машина, блядь. Типа на ты, блядь. Так, вопрос. Так. Не вопрос, блядь, ответ нужен. Смотри, эту штуку использует кузнец в жизни. Кузнец. Что может использовать кузнец? Использует кувалду. Так. Но кувалда тут не может быть. Почему это? Ну, мне кажется, нужна типа ручка, но... Мне кажется, это кувалда. Так, что может использовать? А кувалда может быть без ручки? Больше подсказок не дам, должен окончательный ответ. Пусть будет кувалда. Ага. Ну, это наковальня, к сожалению. Ай-яй-яй-яй. Так, дальше. Ох ты, ебать. Но она не знает это 100%. Ну, это алмазная кирка. Нет, я знаю, что это. Подожди. Это портал ВАД. А, ну прям так и крафтится. Портал ВАД? Блять, а что так, стоп, используют для портала ВАД? Смотри, сверху есть книга. Книга, два яичка, три угля. Подожди. Это алмазы. Это алмазные яички. Ой, блять, ты похуй. Это бедро вроде. А это земля, земля сада. Ага, блоки. Так, еще раз, книжка, земля, там, сада, блядь, стоп, и яички. Надо вспомнить. Короче, когда ты попадаешь в портал, так, там есть... Угу. Земля, вот сада. Такая штука, которая с огня. И что мы можем с этой хуйней сделать? А яички, они из дракона добываются? В аду? Да. И книга в аду тоже? Блядь, тяжело. Можно help? Нет. Это что-то с книгой связано. Что-то с книгой связано? Это какая-то книга. Это типа... Какая денежная жаба, блядь? Книга. Типа название книги или что? Скорее, для чего она нужна? Тяжело. Ну, для попадания в ад. Ладно, давай скипай, это тяжело будет, это вообще пиздец. Это стол, ладно, для зачарования, похуй. Давай дальше. Ой, бля, тяжело. Зачарование? Да. Бля, ну вот это очень сложно, на самом деле. Это сложно? Это очень надо подумать, да. Как? Это, если что, это очень... дерево. Вот, вот на я что... Думала, это... Я думала, это земля. Нет, это дерево. Так, что можно сделать из дерева? Это стол. Это кирпич, стол. Дебил. Это дерево. Это вроде дерево. Это, блядь, это вообще, что? Так, хорошо, что можно еще сделать в Майнкрафте? Дверь, maybe, хотя очень много. Пол. Ламинат. Давай я подскажу, давай подскажу, давай. Смотри, смотри. Дверь, окно, сундук. Дверь, окно, сундук. Будьте подсказки. Сука, да я думал... Окно же со стеклом, а дверь, ну там тоже металл есть. Сундук, мне кажется, ты... он... А, где-то... сундук тоже металл? Да почему? Мне кажется, он единственный, кто из этих, из деревяшек всего. Двери больше нужно сейчас. По центру стекло. Дверь, сундук или окно это? Дверь, сундук, окно. Окно точно нет? Не так. Хватает. Кого? Так, дверь, сундук. Сундук. Похуй, сундук. Сундук. Цель. Нормально. Близко идете, девочки. 12-12. На тусик выбирай. Таща, изи, халява, ебаная. Футбольщик. Мальчики похожи на качков. Давай, футбольщик. Погнали. Сборная какой страны? Не Украина. Бразилия. Хорош, ебать. Ну, цвета подходят. Нахрен. Как его зовут? А чё он с сигарой? На футболе, можете себе позволить. Прикольненько. Ну ладно. Кажется, не, я точно не его не знаю. Не, вообще не знаю. Даже незнакомое лицо. Я знаю его! Давай я тебе три фамилии дам. Блять, давай. Холланд, Ибрагимович и... Ты бы еще дольше подумал, чтобы она точно... Давай, да-да-да. Ты бы еще давай, чтоб... Холланд. Давай, Холланд. Отлично.
Бля! Ну он вообще не похож на Ибрагимовича. Он пиздец похож на Ибрагимовича. А что это есть, блядь? Как называется игрок линии атаки? Его основная задача атаковать ворота соперника. Как называется игрок линии атаки? Его основная... Форвард. Так, а если по-русски? Нападающий. Красава. Я Вань научил. Ебать! Что это за команда? Так. Там даже значок есть, можешь посмотреть. У некоторых. Не у всех. Который вот предпоследний, типа? Не-не. Какие мстители, блядь! Маркус, Касемиро, Гарначо, Мартинес, Гарри Магуар, Санчо. О, мы так Санька звали. Санчо, Антони, Эриксен, Марсаль, Маласия и Фернандеш. Хорошая фамилия. Так, а Мидана Роналдо играл. Ушел. А где Мбаппе? Да я кто знает, что это за команда? Ликвид. Из английской премьер-лиги. Из английской премьер-лиги. Бразил Тим. Американ Тим. Американ Тим. Все верно. Английская Америка, все вот это. Манчестер Юнайтед! Точно. Назовите страну, выступающую в этой команде. О, Ибрагимович отсюда был же, да? Ага. Да, да, да. Да, ага. Угу, хорошо. Мне это ничего не дает вообще. А, подожди. Угу. Швейцария. Не. Какая а если... Швейцария-то, блин, подожди. Синий. А, подожди, я подумаю, тебе сильно, да. Ты из-за плюсика подумала? Да. Я не знаю, правда. Давайте скип. Могу давай. Пару команд что-то назвать. Не, подожди, давай. Дай подскажу. Давай. Самая фэшн-страна. Франция. Понял. Давай, скипай. Италия. Блядь! Что? Франция, она вообще очень такая, фэшн. Там располагаются самые известные бренды. Я даже о подумала, когда... Международная федерация футбольных ассоциаций, главный регулирующий орган футбольных соревнований. Как она называется? Международная федерация футбольных ассоциаций? ФИФА, что ли? Международная федеральная... Ассоциация из главных регулирующих органов на термин ФИФА. Ебать жестко хуя. Хуеть. Какой холодовое, блядь? Ебанат нахуй. Давай, Владочка. О боже, пусть будет. Нет, спорт. Спорт? Я пожалею об этом. Блядь! У меня папа смотрел. Нет, не Картинг. Картинг, да. Я правильно говорю? Я не знаю. Я не помню. Я знаю только на льду кёрлинг и хоккей, и всё. Это не кёрлинг. Картинг? Давай еще подумаем. Еще подумай тогда. Надо еще подумать? Да-да-да. Мне кажется, это слово неправильное. Это похоже? Может, не похоже даже. На картинг? Да. Не, не похоже. Стоп, тут, короче, что делать? А ты это сам знаешь, Макс? Да, знаю. Да где ты речь? Тут... Что тут есть? Типа годки? Угу. Или просто по фану катаются? На время катаются. Блять, можно первую букву? Б. Б. Б, блять? Что? Ну, типа... Какая Б? Б. Давай первые три скажу. Бобу. Бобу. Боб, что нахуй? Нет, мне кажется, я не знаю. Я думала, это картинг. Подожди. Привет, а ты кто? И это кто, куда я попал? Здорово, Косянчик. Тут у нас это, ебать. Ага. Не знаешь, скипы нахрен. Нет, не знаю. Бобслей. Давай, следующее. Ладно, я не знаю. Как его зовут? Ух ты. Может, просто сказать, когда я по вид спорта на рандом. Но я, наверное, это волейболист. Конец, не попало. Может, не, баскетбол, малышка. Ой, баскетбол, господи, не волейбол, баскетбол, вот. А я не знаю, кто такой. Какой Куэртов, блядь? Давай я скажу имя, ты фамилию там пробуешь. Давай. Имя Лука. Лука. Ничего не дала, да? Ребята, какой Марадона, блядь?
Лука. Не. Не, она не сможет. Модрич. Дондич. Дондич. Я и чат прочитал. Лука Дончич. И Дончич. Хули ты ржешь, мразь! Чемпионат мира по кольцевым гонкам, который проводят ежегодно, состоит из этапов в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами. Чё нахуй? Это... Блять, этот... Сука, Формула-1? О! Нихрена себе! Ебать! Что? Молодец, правильно ответил. Ну, ой. Я просто хотела на форму, блядь. Ну, профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности США и Канады. Баскетбольная лига Северной Америки, в частности США и Канады. Ух ты. Три буквы. Какая первая? Н. 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 Бля. Ну, не, там, кажется, бля, там точно нету, конечно. Не, мне кажется, я не знаю. На N вообще. Ладно, давай скипай. NBA. Не слышал такую? Нет. Что за спорт? Звук. Тоже? И это баскетбол. Окончательно? Нет, стоп. Нет, ладно, нет, что-то я начинаю смотреть. Так, ну вообще, так. Баскетбол. Ну да, это баскетбол, там мяч, вот эти вот. Это может еще вообще быть хоть. Нет, я думаю, это баскетбол. Давай, засчитывай. Молодец. Молодец. Это прикольно, кстати. Ну да, я думаю. Это теннис. Какие шашки, блядь? Да, это теннис. Ну, нормальная категория. Потому что они там... Ну, натусик, давай. Ой, ножи, оружие. Бля. Мне кажется, почему-то, что я хочу пикнуть ножи, но вот мне кажется, что оружие легче. Оружие там именно не в КС-ке, да? Они и в КС-ке есть, там. Они популярны в целом. А мне прям... Хорошо. Там будет описание, но... или фотка ножа, тебе надо будет назвать, что хорошо, это за нож. Хорошо, ножи, ножи. Ножи, ножи. Давай. Ножи. Ёб твою мать. Это самый сложный из них. Это не мачете. О, я хотел сказать мачете, кстати. О, да, да, да. Мачете пусть будет, я не знаю другого. Тесак? Кукри. Кукри. А, в кроссфайре такой был. Ой, натусик, вот это надо вспомнить. Очень знакомая, да? Угу. Флоранти. Угу, вот же есть такие. Угу. Тоже на К. Кинжал, типа. Ну, почти. А я знаю хотя бы это слово, ты знаешь? Я думаю, нет, ты не знаешь это слово еще. Да, ну пусть знаешь. Будет кинжал. А на сегодня его не было сегодня? Нет, не было это слово сегодня. Ну какая стиральная машина, долбоёб? Не знаю. Кунай. Кунай, нет, не знаю. Рубящее орудие чаще короткое древко, имеющее рабочее лезвие, расположено вдоль рукоятки. Хуй его знает, что такое. Моргенштерн! Рубище... Топор какой-то. Подожди. Рубящее орудие... Чаще короткое, древковое и имеющее рабочее лезвие, положенное вдоль рукоятки. Вдоль. Отвертка. Вдоль. Поперек. Вдоль. Имеющее рабочее лезвие. Нож. Ой, ножи же какие-то. Рубище. Да не швабра, блядь! А, я поняла, такая там большая, поварской нож какой-то, я не знаю. Рубище, mm-hmm. Для мяса. Это орудие именно. Орудие именно, да. Это нож, а это орудие. Ну, типа пишет, mm. Лыжи, вилка. Ну, пусть будет топор. Топор? Окончательный? Да, да, окончательный. Молодец. Ебать, нахрен. Сосать хейтеры, блять. Для чего нож? Для чего нож? Да. Да. Для мяса. Окончательный.
Нет, не для мяса, кстати. Опа! Может быть, для роллов? Может быть, для роллов. Нет, не для роллов. Не для хлеба. Для хлеба такой. Тоже вряд ли. Не-не-не. Ну пусть будет для мяса, пусть. Там просто дырка должна быть для мяса, по идее. Ну пусть будет для мяса. Мне кажется, для костей, а для мяса... Ебать. Вот это для хлеба. Для хлеба. Окончательно? Да. Красава. Ебать! Хорошая категория нахрен. Длинный японский меч по форме клинка напоминает шашку. Шашка как? Круглая. Однако рука тебе у нее прямая и длинная, но позволяет использовать двуручный хват. Мне кажется, небольшой японский меч уже понятно, что это. Клинка и острый конец позволяет носить также кулище удара. Там же круглая в виде шашки. В форме клинка напоминает. В форме клинка напоминает шашку. Это как вообще, блядь? Шашка, она круглая. Клинок прямая и длинная. Как прямой, прямая шашка? Не понимаю. Не, не знаю. Ну, пусть будет... А по форме клинка напоминает шашку. Она пусть будет. Катана какая-нибудь. Пусть. О, ебать на тусик, слышали? Разогналась нахрен. Ну, я только катаны знаю. Японские мечи вот эти все. Давай. Владочка. О, боже, no. В КС так, есть. Это... Смотри, это в КС, он с глушителем. Блядь, я поняла. Можно первую букву? Или нет? Потому что я так не вспомню, мне кажется. Скажи. Там их всего три. Ну, первая Ю. Ю. Вторая. Так, значит, это не то, о чем я думала. А ты о чем думала? На другую букву. Я забыла название. Это проблема. Так, Ю. Так, это есть в КС-ке. Что есть в КС-ке. А ты как давно в КС-ку играла? Блять. Ну, я летом начинала, потом забрасывала, потом опять играла. Ну, последний раз уже не помню, когда. А ты за КТ или за Т играла? За КТ. Ну и как там оружие называется? U.S. О! И последнюю букву. Ооо! Легенда, бля! Ничего себе! Ни хрена себе ты ебанула! Вначале это давало другое. Точнее, оно похоже чем-то на другое было. Ой, блять, сука, ебаное оружие. Ой, стоп, это... сейчас скажу, оно известно еще такое. Ага. Блять. Сука! Короче, там есть фамилия Чела. Угу. Калашников. Что, нет? Или нет? Он, кстати, прямиком из Ижевска. Да, Калашникова. Так. Да. Просто что-то так, типа, сказал слишком. Так, оружие как... А оружие как называется? Так и называется. Блять. В КС есть такое же оружие, только другая модель немножко. Это другая модель. Калашникова, там, по-моему, там ТТ назвать, нет? Ой, или я путаю, блядь, нет, это я путаю. Ну смотри, это не АК-47. Блядь, так хуёво. Есть, смотри, есть АК-47, надо другую модель найти как-то вот. Вот не 47, а другие две цифры подобрать. Не другие. АК. Ага. Там не цифры? Цифры. Там цифры? Угу. Я не ебу. Там тоже 4-7. Какой Т-34, блядь, закрой свой рот нахрен! Блядь, что тут тяжело? Там 4 и 7 используется тоже. Вот АК и 4 и 7. А 47? Нет. Ну, блядь, уже не АК-47 сказали. Угу, получается, чего тогда? Как если подумать, да? Калашников там, блядь, надо или нет? Я не ебу. Пиздец. Блядь, там две цифры, да? Используется 4,7, но это не 47. 7,4. О, ебать ты нахрен! А чё, реально? Ебать. Нифига себе, блин. Вот это он даёт, видали? Я вообще по рандому сказал. Ёвкость для размещения патронов в определённом порядке с механизмом их поочерёдной подачи. Ой, бля. Куда патроны вставляются? Так. Куда ты за хлебом ходишь? Я поняла. Магазин. Угу. Всё, я вспомнила. Нихуя. Блядь, я бы даже вспомнила, если бы без подсказки было. У меня информатик был ёбнутый по оружию, к сожалению. Она не зовёт эту винтовку. Пабги есть. В папке я не играл. О, я знаю, что это.
Типа пылесос пишет. Нет, вообще не. Хотя, блядь, она мне что-то напоминает. Чё? Папка-то играла? Папка нет. Но, мне кажется, я не ИРЛ, но в плане, типа, где-то видела. Блядь, мне тяжело, нахуй. Нет, ладно, я в пизду скипы. Скипы, скипы. Это коряк же? Коряк. А, нет, это точно. Смотри, это не штатив для камеры, если что. Это для этих? Для оружия? Ага. Да? Ага. А что оно конкретнее? Так, как оно может называться? Не, не название, просто... Для чего она нужна? Ну, чтобы настроить, куда стрелять. Ну, типа... Чтобы, типа, стабильно, типа, стрелять. Стабилизатор, блядь. Стабилизатор, блядь, для оружия. Типа, чтобы метка без всякой... Нет? Давай это так. Это для снайперской винтовки. Угу, ну. Для чего? Как она поможет ему? Ну, типа, поставить оружие. Так. Блин. Направить. Ага. Посмотреть, ёбнуть. Все верно. Че, верно, что ли, да? Да, да. Ну, я это с самого начала хотела. Это специальное устройство, предназначено для уменьшения отдачи огнестрельного оружия, использующего кинетическую энергию пороховых газов, которые входят из ствола вслед за выпущенной пулей снарядом. Так. Вот эта хуйня была на этом, как называется, на юспике. Вспомнишь, что там было? Не подсказывай, дисбандач. Это не глушитель, люди. Это не глушитель? Тогда я не знаю. Но ты все равно не подсказывай. Я пойду пописываю. Хорошо. Это такая проблемка, что я не помню ответа. Блять. Такое, конечно, да. Просто ночная. Да. Для уменьшения отдачи огнестрельного оружия. Может, это что-то типа какой-то... Блять. Бля, вспомнить бы. Блять, я не ебу. Значит, уменьшение отдачи огнестрельного оружия. Что может помочь? Тоже PUBG есть, по-моему. PUBG есть. Блять, ёбаный. Для отдачи огнестрельного оружия. Блять, maybe это все-таки какая-то заглушка там, я не знаю. Возможно. Тоже может быть. Скипай! Это компрессор, да? Ой. Какой компрессор? Это дульный тормоз. Бля, нихуя. Да нихуя ты вставил вопрос, ты нахуй. Себе этот, знаешь, куда дульный тормоз, блять? Все, второй раунд. Во втором раунде 20 пар вопросов с картинками. Нужно в порядке очереди отвечать на тот или иной вопрос. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Но это самый долгий раунд был, сейчас быстро пойдет. Так, кто будет первым начинать? Охуенно, начинает Наташа. Я? Угу. Ну пусть это будет Джордан. Не похож. Окончательный? Чем? Да чё, Джордан пусть будет, Бруклин. Джордан это Бруклин. Кевин Дюрант. Ну, конечно, позор его не знать, блядь. Да. Ну, вот это Джордан точно. Олимпийский чемпион, между прочим. Владочка, называй, кто это, знаешь? Может быть, Наташа поверит и сказать, что это Джордан? Ну, например. Ну, пусть будет. Он. О, ебать. СПС. А теперь ты мне! Теперь... Теперь Наташа отвечает. Ой, блядь, сори, Наташа. Наташ, ты его в состав не взяла в тот раз. Когда ты кидала, помнишь? Состав не взяла? Да я много кого не взяла. Да, это защитник. И что, это мне ничего не напоминает. Мне знаешь, как... Мне Вадя про каждую карточку, если что, он мне перечислил 20 карточек разных. 20 защитников, 20 полузащитников, 20 голкиперов и 20 нападающих, блядь. Так. Да я не... Вирджил. Да я не скажу. Братанчик. Скипай. Это Ван Дейк. Ван Дейк. Владочка, так. Это кто? Йоу.
Так, хи-хи. Не знаю. Хи-хи, блядь. А где Мбаппе? Где Роналдо, да, блядь? Где Месси? Тяжелые? Они были. Где везде были? Причем. Их не было. Не, в плане, в целом, везде. Они сам... Знаешь, нет, Владочка? Нет, не знаю. Скипай. Холланд. Натуси, что за машина? Хороший вопрос. Это не Ауди, бля. Так. Не Ауди. Так, это не Ауди. Это хорошо. Не БМВ. Так, не БМВ. Не Мерседес. Не Мерседес. Что-то бюджетненькое получается. Я думаю, что-то как Тойота может. Тойота. Тойота. Скипай. Тойота или... Блядь. Скипать? Да. Ну ладно. Шкода. Шкода. Владочка. О, нихуя себе, это что? Блядь, это... Мы... Нет, не Мерседес. Так, не Мерседес, ага. Это, блядь, стоп, я знаю, по-моему, у кого-то из стримеров было что-то. Так, у кого? У Влада Куэртова. Влада Куэртова. Может быть, нет. А может быть и нет, кстати. Может быть, нет. Блядь, сейчас. Это, блядь, я забыла марку, если это она, то... Блядь, либо, короче, два варианта. Либо это какая-нибудь, какой-нибудь Porsche. Так. Либо это... Ладно, похуй, блядь, пусть будет Porsche. Да есть же. Ебать. Ебать. А что, у Влада Porsche или нет, блядь? Ну, почему я первый о нем подумал? Натусик! Как оружие называется? С Counter-Strike? Фамос. Умница, блядь. Нахрен. Ебать. Соло. Владочка, я... как оружие называется? Нет. Я знаю. И это скип. Но она не знает. Иди нахуй, сам ты фалос, блядь. На то сейчас. Да есть же. Ебать, как хорошо пошло-то, Натусик. Влада? Тут надо подумать. Нихуя. Знакомая что-то, нет? Да, знакомая. Так. Сейчас. Либо это... Блять, нет, сейчас, подумаю. Я забыла, мне кажется, название. Короче, есть... Блять, если это она... Так. Сейчас, блять. Эта машина юзалась в треках? Слушай... Да, думаю, да. Вопрос хорош. Ну, подсказки, ну хватит. Ну все, ну и все, молчу. Все, молчу, все, молчу. Так я слова не сказал, Натусь. Натусь, я слова не сказал. Я тоже молчал. Тут, блядь, два нахуй, три нахуй варианта вот здесь вот. Один из них я назвала. Что ты сказал, ламба? Да. Два точнее варианта. Натусь, мне не подсказывали сейчас. Наташа. Да я его знаю, это вообще красавчик. Ну тут по факту. Засчитываю, получается. Ну это красавчик, я его знаю, блять, ну вот так не вспомню, так не вспомню. Он очень популярный, я его много раз видела. Фидос. Да, мама за него болела, много раз мне о нем говорила. Пусть не болеет. Фидос. У него брат сидел, Саша зовут. Да-да, а... Не, так не вспомню. Очень супер легкая. Вот, бля, позор, что я опять не назову нахуй. Я знаю, но нет, но... я не назову. Нет. Давай, нажимай. Это Федор Емельянов. Да. У меня папа постоянно его смотрел. Вау. А вот это вот! Это Хабиб. Ой, блядь. Тихо. Стоп, нет, них. Нет. Просто скажи, кто это, и все. Без всяких лишних слов. Имя, фамилия, без лишних слов просто. Просто имя, фамилия, все, без лишних слов. Нет, блядь, это не Хабиб, я забыла. Блядь, я жила на Кавказе, я что, ёбнутая? Ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, не надо, тихо-тихо. Так, это... И, блядь, ну это пиздец. Ну давай, дорогая, знаешь, не знаешь? Предположение.
Блять. А можно имя? Нет. Полностью надо. Да нет. Не знаешь, ну скипай. Давай. Блять, ну похуй же. Упо. Бля. Если бы я сказала фамилию, у меня бы засчитали? Да. Ну имя, фамилия. Бля. Как это называется? Это причастное к машинам или в целом? Я не знаю, что тут за ответ. Это... Ну это я знаю, что я понимаю, что... Для мужской красоты. Да, это для обуви. А, подожди, это для пенки, чтобы намазывать пену на эти, угу. на бороду. Угу. Чтобы бриться потом. Как это называется? Или нет? Да. Я сам не знаю, если честно. Не знаю, причем? Кисточка для нанесения пены. Это правильно, там, как объяснил, это правильно. Помазок. Да похуй. Засчитаем нахрен. Как это называется? Так, это... И можешь объяснить, что это вообще такое? Или можешь объяснить, что это такое, для чего это надо? Так, это похоже на какой-нибудь, блядь, не знаю, вообще мне напомнило, это как будто там бритва должна лежать. Какой гроб? Ну, может, там что-то лежит. Лежит, например, какая-нибудь бритва или... Так. Окончательный ответ? Не подходит? Окончательный? Ну да, что-то там лежит, типа, я не знаю, коробочка. Правильно, правильно. Там бритва лежит, это... Ух, нихуя! Блин, что съехало? Что это такое, блядь? Это ирригатор. Кто? Ебать, чё? Что такое ирригатор? Вот это что? Я гуглил, я не знал. Он водичку так полоскает и вместо зубной нити, короче, чистит. Ебать, Наточек, ебать, ты ебёшь нахрен, давай. Что это, блядь? Я боюсь представить, это насос для очистки воды. Ну нет. Нет? Для... Ну это какой-то насос. Это насос. Это насос, для чего он может вязаться? Может вязаться... Это связано с водой? Нет. Относительно так. Блядь, а насос не подходит? Как бы... Может быть, с каким-то соком связано? Или с какими-то... напитками? Я не еб... Думаю, ты не догадаешься. Давай, скипай, я сам не знаю. Вакуумная помпа для быстрого увеличения члена. Чего? А ты их знаешь? Нет, не знаю. Не знает, скипай. Можно сразу скипать, да. Лавин, знаешь? Так. Он дрочил еще. Нет, не знаю, мне кажется. Нет, скипай, не Дюба. Нихуя. Ну я бы него не знала. А, что это такое? Или для чего это надо? Просто можешь объяснить. Понятия не имею, первый раз вижу, признаюсь честно сразу. Но... Может быть, она предназначена для того, чтобы как-то попирать стол. Я не знаю, ну это... Ну видишь, там ножка как будто бы от стола, я не знаю, но... Для чего? Что? Нет. Это для стремя, для снятия изоляции. Чё? Реально? Это... Пиздец. Блять, калькулятор. 19 век. Так. Это, блядь, телефон? Почти. Реально пульт? Это нет, может быть... Нет. Блядь, я уже надеялась. Это телефон какой-нибудь? Это же вряд ли. Так, блядь. Это сейчас вязается или это старое вообще? Это вязается сейчас. Это, блядь, может быть для... Нет, не, блядь. Очень какой тяжело. 15-й айфон, блядь? Это лазерный дальномер. Понятно. Натусик, что это такое? Хороший такой инструмент. Так. Угу. Может быть, это для шин предназначен, для накачки шин. Может быть, я вообще первый раз вижу, но я думаю, что это что-то связано с автомобилями. Может быть, измеряет что-то, давление в шинах. Не знаю. Нет. Ну, в общем, мне кажется, что... Радио. Радио? Да. Что нахрен? Нахуй? Где это? Ебать, радио. Кнопочки смотри.
Что, блядь? Динамик. Вот дальше. Но мне казалось, что он вообще такой огромный. Стоит так. А, вот это я уже знаю. Влада, это тебе. Это... О, это связано с автомобилями? К сожалению, нет. Какой утюг, нахуй! Бля, похоже. Кстати, да, ебать, похоже. Может быть, это... Это юзают с мебелью? Вроде. Или с чем-то. Это похоже на скобу, блядь, не скобу, точнее, а такую штучку, которая, блядь... Может быть, это скоба? Я забыла название. Покачательный? Давай, да. Теплер. Бля, степлер, нахуй, не скоб. Ну, очень похоже на этот, на лобзик. Че такое на тусик? А ты этим пользовался хоть раз? Я да. Че ты пиздишь? Не, правда говорю. Либо можешь объяснить, для чего это надо. Для увеличения члена, блядь. Ну не, это не такое. Пылесос это. Какие-то только антипылесос. Антипылесос? Что-то выдувает, то есть. Выдувает. А, может быть, это для мытья машины как-то, типа... Ну, я не знаю. Для чистки машины. Инструмент для чистки машины. Это мойка высокого давления. Ну, это подходит салон? Ну, ну, вообще, это правильно, на самом деле, наверное. Ты сказала, что ты сказала? Инструмент для мойки машины. Машины. Ну, как-то машины. По-тупому раз, подходит, раз, но по-тупому, но подходит. Да, дальше. Не знаю, сами считайте. Это что такое, блядь? Машина какая-то. Это легко. Которая для... Можно сказать название просто, типа, что в саду юзают, нет? Для чего это можешь сказать? Ну, типа, для сада, maybe. Maybe для, типа, там... Что им делают? Что им делают? Что-то с травой. Так, что с травой делают? Минус, это я. Кого? Курят, курят. Ну-ка, нажимай. Садовый райдер. Ну, ой, для... Да, в целом, правильно. Ух ты, ёлки-иголки. Очень популярный дробовик. Не знаю, умпа какая-нибудь. А, ну, дробовик просто. Чё, такой праздник, ой, такой праздник есть. Круто вообще. Рождество, блядь. Но Новый год, нахуй. День рождения. Охуенный. Что еще есть? Пасха. На март. Все, ВДВ. Я не знаю, день десантника. Скипай. Скипай. Ух ты, ебать. Знаешь, Лада? Нет. Не знает. Давай дальше. Сайга. О, нет, слава, не знал. Что это такое? А я сам не знаю, что такое. А, ну, инструмент для того, чтобы резьбу проделывать. Нет, тогда не знаю. Вы что-то закрутите, вытащите? Для оружия, давай так. Что он может сделать для оружия? Ну, для чистки оружия тогда, для чистки дула. О! А, это шомпол? А, вишер? Ебать. Ну, почему-то я увидела резьбу, и мне сразу показалось, что это... Это для... Чистки. Это тоже. Ну да, для чистки... Оружие, блядь? Кого? Ну, нет, наверное, не оружие. Это будет для чистки... Может, все-таки оружие? Ну давай оружие. Давай. Нах ты так подсказываешь, козел ебаный, нахуй! Я уже сказала! Все, ладно, извините. На, тут еще за машина. Бля, ну если голову наклонить... Но... В принципе, ты сам знаешь хотя бы, что не, это? Не, я не знаю, если честно. Пистачек. А я не знаю. Это чарджер. Охуенно. Марку назови. Вопрос прям супер. Но я даже приблизительно не понимаю. Пусть будет BMW, блядь. Похуй, пусть будет BMW. Мне кажется, это... Это Dodge Charger. Dodge. Ебать. Ну тут непонятно нихуя, если честно. Бля. Влада. Ну тебе немножко повезло. Ну хз. Вообще не могу понять. Так.
Не, мне кажется, я не смогу. Не сможешь? Ну давай, скипай тогда. Феррари. А ты бы назвала Антусь? Я бы не угадала. Здорово. Ну это тренер футбольной команды, блядь. Бывший игрок. Недавно умер. Пресс-эф. Я не назову, я не назову. Скипай. Это Марадона. Легенда. Тоже недавно умер. Буквально прям недавно. Нет, мне кажется. Не-не, умер, все-таки умер. Умер? Так. Блядь, нет, тяжело. Не знаешь? Нет, с футболистом может, тяжело, скипай. Но... Скипай. Знаешь, Натусик? Ну, это в теннисе он, наверное. Да, кто? Не знаю. Не знаешь? Че тянуть-то, блядь? Нет, не знаю. Скипай. Надаль. Знаешь, Владочка? Нет. Федор. Что за мясо? Ну, индейка или курица. Тут два варианта. Так. И одно из двух. Куриное филе. Ебать. Это свинина. Красава. Ебать. А я бы, кстати, говядина ответил. Нет, говядина с... Натусь, знаешь, что это такое? Знаю. Кто? Знаю его ник. Так. Ну, назови ник. Да отстаньте, я уже в полном тильте. Да, ну кто? Это стример. Стример. Я знаю, что он стример, я знаю, что он с Амины там играл недавно. Я сама смотрела его, типа, и Вадя смотрел, но я не помню, я не смотрю его, но типа я его знаю. Я не помню, как... Играет в доту играет, Заур. Да, я знаю, что он в доту играет. Заур. Его Заур зовут. Заур? Круто, что Заур зовут, я не знаю, как его зовут. Ну, типа, никогда. Я знаю, точнее, но не помню. Куман. Ну, да. Конечно. Мне Куман, блядь, а тут... Куман такой же. Рамзик. Популярный. Владочка, знаешь, что это такое? Я же назвала уже. Да, может, она не слышит. Давай, скипай. Скипай. Знаешь, что это такое? Доллар, блядь, это. Ой. Не, ну реально. Это доллар, блядь. Да, такой фамилия другая немножко. Бенджамин. Так. Это имя. Баттон. Да. Все верно. Не, реально? Нет. Ты не знаешь? Ну, скипай, блядь. Да Бенджамин правильно, но додумайся, сука. Нет. Бенджамин доллар, блядь, батом. Вот, скипай теперь. Ну это плюс-минус правильно, типа? Да, давай. Франклин. Что, зачитаем? Или нет, Макс? Нет. Не-не-не. Понял. Да, Владочка, знаешь? Очень похожий чел. Так, на кого? Он создатель какой-то хуйни. Так. Ого. Ну, в принципе, да. Конечно, не так грубо бы. Блядь, стоп. Maybe Tess? Так. Нет. Или да. Он с физикой связан? С химией? О, нет, с физикой. Ну, есть такой грешок, да. Не подсказывай, сука, блядь. Tesla. Найс. Tesla. Смотрите. И читайте тоже. В третьем раунде две темы по 5 картинок. Для каждого участника нужно расставить соответствие за каждый правильный ответ. А участник получает 1 балл. Ну, покажи им просто раунд. Вот тут, короче, сейчас будет отвечать первая Влада, потому что в прошлом отвечала первая Наташа. Смотри, у тебя есть персонажи. У тебя есть персонажи. Тебе надо расставить их... Из каких по они играм. По играм, из каких они игр. За каждую правильно. За правильно каждый. А у тебя, у тебя, то, у тебя то же самое следующее будет. Да можно я, вот это. У тебя следующее будет то же самое. Ну что? Можно я вот это. Влад, разрешишь? Это пиздец, я вообще не буду в этих. Ну вот, разрешите мне. Я хотя бы одного знаю. Можно мне? У Влады спрашиваю разрешение. Если она разрешит, то. Ну, ладно, да. Спасибо. Давай. Короче, четвертый это Walking Dead. Так. Второе это Serious Sam. Третье это Assassin's Creed.
А вот Макс Пейн и Metal Gear, так, это вот сложновато. Ну, надо подумать, получается. Ну, Metal Gear пусть будет нижний. Пейн, угу. Так, пусть так. Все? Ну да, сейчас два неправильных будет. Да, поздравляю, два неправильных. А. Получается, у тебя 29 баллов. Все, давай следующий раунд. У тебя такое же, Влада. Блять, хуёво. Да. Не... Тебе надо минимум на 2, а если выиграть, то на 3 ответить. Ой, я, кстати, 3 тут знаю. Тоже. Давай, пробуй. Может быть... Я тебя просто сейчас на рандом буду ебашить. Ебашь на рандом. The Legend. Это будет, может быть, девочка какая-нибудь, которая, блять... Это или это? Или это? Которая синий цвет. Это, да? Угу. Нет, правее, которая... Или, блядь. Нет, оставь там, оставь там. Понял. Правее, это же лиса. Нет, типа левее, наоборот. Понял. А потом... Крэш. Это, наверное... Ну, пусть будет этот, я не знаю, что это за девушка, блядь, в костюме каком-то странном. Бля, я замутился. Которая вторая. Первая, вторая. Биошок. Это пусть будет, блядь, лиса или что? Пиздец. Так, кто? Пусть будет. О! И Mass Effect. Это один. Окончательный ответ? Блядь, ну хули, я не ебу, я просто на рандом ебашу. Нормально, слышишь? Кайф. Давай, одну нажимай. Попало. Одну попало, хала попала. Ура! Все. А! Еще что? Одна. А, ебать, в одну попало, нихуя, я думал, все уже, блин. Ёлки-галки. Это мне, да? Да, да. Вот это сложновато. Ой, а шлиф-машина, это четвертая. А вот одна теперь Владе. А, сука. Термоклеевый пистолет, я уже начала отвечать. Да давай, давай, давай. Ручная циркуля... А, так... Пистолет для монтажной пены, это первое. Ручная циркулярка, это второе. Ой, куда я написал? И штанги циркуль, это вот это, да. Подожди, у неё сколько было? А, да, 28 надо. Все? Ну, кстати, ты все правильно ответила. Все правильно, да. 30... Подожди. Подожди, тут будет... 30... 34... Так, короче, струбцина, это третья, слева. А, 30-й уровень, это... 3D. Блядь, нет, ой, блядь, 3D уровень. Ладно, блядь. Я думала, это ноль. Так, Блядь, сух. Снегоуборочная машина. Нет, я пока не хочу 3D уровень трогать. Снегоуборочная машина, это вторая. Фрезер для дерева, это... Блять, надо тут сейчас понять, прикол. Электролоптик, это, наверное, будет последний, справа который. Первый, точнее, справа. Так, 3D уровень, это... Это тяжело два расставить. Стоп, блядь, стоп. Электролоптик я убираю обратно. Это, наверное, фрезер для дерева. Ай-яй-яй, ошибка. 3D уровень. Ошибка, блядь, ошибка. Это будет, наверное, первое? Я замутился, что она меня не слышит. Ого. И электролоптик остается. Вставляешь так? Да. А, и зря поменяла в конце. Ну, было бы близко. Сука, было прям... Да, зря поменяла в конце. Это все, да? Или все? Да. Все. Все. Вот и все, неплохое получилось шоу. Интересно, веселое, порой кринжовое. Главное, поучитель. Но, как обычно, это бывает, когда заканчивается одно шоу, всегда ждите начала второго. Чатик, сердечко. Спасибо большое, девочки, что пришли. Надеюсь... Спасибо, Макс, что позвал.
Не расстраивайтесь, если кто-то не выиграл, на тусик не расстраивайся, тоже, смотрю, ты подрастроилась немножечко. Да так. Да все нормально, не ссы. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, Влада, спасибо, Натусик. Понравилось вам. Да, что позвал. Да. Ну что, реально позвал, Макс. Да, кидай баннер свой, залупа нахуй. Кидай свой баннер. Кину.